Костя. Итак, дорогие друзья, я сегодня хочу попробовать прыгнуть спиной, звездочкой, не знаю, что мне получится. Делал ли Леха что-нибудь до этого такое? Нет, не делал. Ладно. Так. Я не запутаюсь ни в чем, нормально, все. Подходил. Спиной вообще не тот. Так, вот. О, спасибо, что ли? И все, я пошел. Ходи, ходи. Главное, тапки не потерять. Тут длинный вынос, Лех. Можешь руку подать. Главное, безопасный. Вот здесь твоя рука не помешала, но тебе веревка нужна, как я понял. Да, есть. Да вообще жесть, как это делать? Да вставай тут это и все. Я боюсь. Да она, блин, не треснет. Не будешь смотреть, она шатает, и меня шатает, ладно. Охуеть. Я, короче, вот так сделаю. Готов, Лех? Я готов. Кто-то звонит. Раз. Два. Пошел. О, страшно так. Три! Охуеть! Вообще, Леха, попробуй, не пожалеешь! Вообще тема! Знаешь, как приятно висеть? Не больно! Самое матное на краю стоять! Короче, прыгайте только спиной. Вообще офигенно. Комфортно вообще. А? Ну, прикольно. Знаешь, как приятно? Ты не представляешь. Лежишь только на потоке. Леха снимает его. Видишь до последнего. Да? На онкологии, да? Ну все, там внизу будет заправка Онкоальянс, на нее подъезжай. Офигеть, да даже спускаться не больно. Вот обычно если висишь, так все болит, а тут вообще приятно. Ну? Это за что? Да даже так, на дерево приятно приземляться. Таким макаром. Не в лицо, ничего. Так. Вот это я видео хочу посмотреть. Ой, блядь. Ой, все. Камеру можно отключить. Давай, держи. Блядь, внизу душегубка такая, наверху заебись. Да, наверху то, что само радует. Ну да. А, да? Короче, это, я тебе советую, прыгай задом, охренеешь. Знаешь, как страшно было стоять на парапете на кончиках ног? Он шатает, и ветер. Ну, спиной, я тебе говорю, просто в шок. Вообще, я удивлен был, как приятно. Господи, говорю, обвязку оставьте. Вылезайте сейчас. А, вообще, сразу. Сушишься.